Ага. Очень интересный вопрос. Я так думаю, что... Кстати, я стал народным артистом России вот буквально в 2014 году. Вот. Произошло чудо, понимаете? Вот. Был крестный ход 700-летия Сергея Радонежского. Но я решил душой и сердцем попробовать. И прошел крестный ход. И в этой неделе как раз мне вот вручили народного артиста России. Так что я думаю, что это чудо. Вот. Что я еще могу рассказать? Мы опять объединились с группой XBB, старый состав. У меня же своя группа XBBG. Молодежь там, шоу. А вот объединились, классическая группа. Мы сейчас выступаем втроем, потому что четвертый наш намечательный друг и коллега, великолепнейший режиссер и актер Вадим Сорокин ушел из жизни, поэтому мы втроем, и даже четвертого не искали и не нашли. Даже если бы искали, не нашли бы. Поэтому такого артиста заменить это невозможно. Вот и мы втроем сейчас объединились. Вот мы сейчас на Сахалине были, там в Магадане, потом и в других краях, и в Алтайском крае, ну и Белокуриха там, я не знаю, везде мы побыли. Владивосток, на Владивостоке. Прилетели, там одни аншлаги принимают, люди соскучились, очень любят нас. И мы тоже, народ любим, мы даже плакали от радости, потому что в этом что-то есть, душа и сердце, когда есть любовь и хорошие отношения вот, с коллективом и вообще чисто человеческое отношение с публикой. Да. Сделали очень много новых номерочек. Мы сами придумываем отличия, да? Мы сами придумываем, сами пишем, сами режиссеры, сами исполняем. Так что в этом отношении двигаемся вперед, несмотря что в таком возрасте находимся. В хорошем возрасте, я бы сказал, да? В мудром возрасте, да. Параллельно преподаю в университете культуры. Режиссер массовых и театральных представлений я закончил, а я сейчас преподаю там режиссуру эстрады, то есть режиссер по образованию. Вот. И вот как я получил народного артиста, вот, звание профессора, вот, вы должны вот автоматически, да. А до этого был доцент. Помните, да? Грузин был один доцент. Ну, тупой, это не про меня. Шутка, да. Так что, если коротко, вот я рассказал о себе. А дальше пойдет, вот в августе хотим поехать Михаилу Евдокимову, вот 10-летие будет, когда он ушел из жизни. И вот мы собираемся туда почтить память 7, 8, 9 августа. Туда обязательно поедем. И намечается, вот завтра улетаем в Казахстан. А, еще 9 мая, конечно, поздравляю всех ветеранов. Я хотел еще сказать, что у меня дедушка воевал, понимаете? Отец мой воевал, 5 ранений имел, инвалид второй группы, контуженный, там. Дядя пропал без вести, понимаете, мой дядя. Кстати, отец мой воевал в Крыму, как раз вот, за город Керчь. Керчь или Керчи, как правильно? Керчь. Керчь. Вот. Поэтому для меня этот праздник тоже великий. И я поздравляю всех ветеранов, пожелаю здоровья, сил побольше и кавказского долголетия, как говорится.